Друзья, я рад приветствовать всех вас. Я Кот Лео, репортер видеоканала кинофестиваля «Волшебный фонарь». И веду сегодня свой репортаж из знаменитой студии компьютерной анимации «Петербург». Здесь родились такие шедевры анимации, как «Смешарики», «Фиксики», «Дино Сити», «Тима и Тома» и «Ого-го, еще что». Друзья, сегодня мы будем присутствовать при рождении последней серии «Смешариков». Итак, сейчас мы узнаем тайну рождения смешариков. А поможет нам в этом Иван Ерофеев, председатель молодежного жюри. Сейчас мы с вами находимся в Святая Святых, в студии, на которой делают смешариков. И сегодня мы с вами узнаем закадровую жизнь этого прекрасного мультфильма. Что, по вашему мнению, самое сложное в вашей работе? Лет 10 назад я бы сказал, что для режиссера самое сложное. Наверное, вот тогда было все самое сложное. Добрый день, меня зовут Ольга Брежнева, я работаю в группе компании «Рики» уже почти 15 лет. Через две недели будет эта знаменательная дата. И сегодня я проведу вам небольшую экскурсию по нашей студии, покажу самые интересные места. Пойдемте. Сейчас мы с вами находимся около стендов с игрушками, которые создаются нашими замечательными лицензиатами с помощью наших дизайнеров. И здесь очень-очень маленькая часть того, что было создано за те 19 лет, что существуют смешарики. Но здесь не только смешарики, но и другие бренды нашей группы компаний. Сейчас мы выходим с вами в коридор и увидим прекрасную коллекцию игрушек. В офисе нашей компании крупнейшая в Европе коллекция игрушек, которую собирает основатель смешариков Илья Александрович Попов. На данный момент в коллекции более 10 тысяч экземпляров, и здесь 8 тысяч. Это коллекционные игрушки. Недавно мы пытались посчитать, а сколько же дизайнеров здесь представлено. Мы не смогли, но точно больше 100. Пойдемте дальше. Эй, погодите! Вы наверняка когда-нибудь читали журналы со смешариками. Я вам сейчас покажу, где они создаются. Здесь тоже очень-очень маленькая часть того, что было создано. Вы знаете, что журналы со смешариками выходили даже на китайском языке? Все начинается со сценария, который сценарист пишет, который сценарист сдает художественному руководству, там, проходит редакцию, и этот сценарий попадает ко мне. Я его читаю и на основе сценария создаю раскадровку. Эдакий своеобразный комикс. Комикс — это тоже история в картинках. Это, собственно, что должно в кадре происходить, нарисованное. Что происходит в кадре, описание. Я описываю то, что происходит, какое действие. И третьим блоком пишутся диалоги персонажей, чтобы уже на уровне раскадровки понимать, чего какой персонаж в какой момент времени в серии говорит. Когда раскадровка готова, сдана ведущему режиссеру, на основе раскадровки, вот где мы были на студии звукозаписи, вот, я иду туда, туда приглашаются актеры, и мы на основе этой раскадровки пишем уже диалоги. Пишу дубли, потом я эти все дубли беру, отбираю те, которые подходят. И на основе этой раскадровки либо я, либо есть такая должность, профессия, аниматикер, тот, кто создает аниматик, создаем аниматик. Ну, для 2D-серии аниматик — это, собственно, та же раскадровка, но уже растянутая во времени, где уже найдено, сколько длится каждая сцена, где стоят эти диалоги, и
одна из важнейших задач – вписаться, собственно, в длину серии. Вот смешарики классические, они ровно 6 минут. Вот ни кадром больше, ни кадром меньше вся моя серия должна умещаться в 6 минут. Когда готов аниматик, все это идет уже в производство. То есть, опять же, сдается ведущему режиссеру и идет в производство. На эту серию начинают изготавливаться фоны, начинает изготавливаться анимация. Потом все это собирается, все это постоянно проверяется ведущим аниматором, мной. И самый последний процесс, который вы сегодня наблюдали, это сведение. То есть, когда уже готовое видео сводится с готовым звуком, с музыкой, с шумами, с диалогами. Вы наверняка уже были сегодня в студии звукозаписи. Вот она. Здесь записывались самые известные люди. Например, здесь записывалась песня с Эльдаром Джараховым. Здесь же записывался Андрей Князев для титров нашего классного полнометражного фильма «Финик». Я готов. Что? Опять? Хочу, включаю в доме свет, хочу, гуляю в темноте. Стоп! Ну, можно же сказать то же самое, но поактивнее. Чтоб стороною обойти, сумели бы мой старый дом. Ага, мне погромче фонограмму и подальше заезд. А сейчас вы будете смеяться, но сзади нас продюсер фильма «Финик» и «Плюшевый бум» Лена. Всем привет. Если вы не знали, то они тоже создаются у нас. У нас часто приходят детские экскурсии, и тогда вот этот стенд облеплен детьми. Если вы придете к нам, то обязательно сфотографируйтесь вот здесь. Сейчас мы с вами пойдем на студию компьютерной анимации «Петербург», где и создаются все наши прекрасные проекты. На данный момент на студии работает более 300 человек. Это режиссеры, сценаристы, художники-аниматоры, художники по фонам. У меня не хватит пальцев, чтобы перечислить всех тех, кто работает над одной серией. Расскажите про ваше сотрудничество с «Волшебным фонарем». То есть, когда это начиналось, как... С детьми не первый раз, так сказать, работаю. Вообще среднее образование у меня. Учитель черчения и рисования. Поэтому, ну, я согласился, приехал. Где-то, помню, в районе Чернышевский небольшой такой зал был, где я проходил один из первых фестивалей, если не самый первый даже, где мы смотрели фильмы, и там же было и награждение, и гости, и все. Потом меня на этот фестиваль стали приглашать каждый год, и не только, собственно, на сам фестиваль, на обсуждение, так сказать, как его двигать дальше. Тогда я предложил, что вот название фестиваля было для детей с ограниченными возможностями. Я на первом же фестивале сказал, это ошибка, потому что у детей неограниченные возможности. И как пример показал фильм, который мы снимали с бывшими глухими детьми под Анапой в рамках программы «Я слышу мир». Там по фильму вообще непонятно, кто глухой, кто нет. Этот фестиваль – это вот то окно, в которое и их видно, и они видят мир. Вот этот фестиваль. Открываться и объединяться. Вот чего я хотел бы видеть в этом фестивале. Ну, вижу, что да, потихоньку это происходит, что это не капсулируется, слава богу, что мы вот тут сидим такие маленькие, бедненькие, а все больше, больше, больше. И помню, на каком-то фестивале уже даже прислали фильм, где я смотрю уже, господи, да я этих актеров знаю, что они тут делают в этом фильме. Это не приз, это вот это окно. Открытый. Вот что это фестиваль. Мы видим вас, вы видите нас. Вы заходите в гости, мы пришли в гости. И даже было удивительно, когда из Якутии люди приехали. Мама дорогая, я не знаю этого. Ну, это же расстояние. Приезжали, и было приятно видеть, потому что это как другая планета. Ну, здорово, они там представлены. Они показывают, кстати, обычно якуты неплохие фильмы делают.
Вот это открытость. Открытость, открытость — это то, что это не то, что даже касается детей. Это вообще сейчас, вот то, что сейчас в мире творится, и вдруг открытость. Это глобус. Не что иное, как модель нашей планеты. Это не доказывает, что Земля круглая. Мало ли кто глобус сляпал. Сейчас на студии мало народу, потому что, ну, к сожалению, ковид внес свои коррективы. Но, тем не менее, все ребята работают дистанционно. Это значит, что они подключаются к своим компьютерам на студии и работают из дома. И очень-очень страшно, когда ты идешь ночью, когда ты идешь в темноте, и вдруг за компьютером кто-то работает, и там шевелится мышка, и создается мультфильм. Наверное, мы даже можем с вами к кому-нибудь подойти, кто сейчас работает здесь. Вот у нас есть Оксана. Оксана у нас художник по фонам и художник-постановщик. Оксана, что ты сейчас делаешь? Серию рисую. Очень классно, мы очень ждем эту серию. Если вы обратили внимание на прекрасную картину у Оксаны за спиной, и обратили внимание на то, что там смешарики. Так вот, несколько лет подряд у нас объявлялся конкурс «Смешарики в шедеврах». Наши дизайнеры, художники, художники по фонам и аниматоры создавали шедевры. Как они это делали? Они брали известную картину, и там появлялись смешарики. Таким образом появилась Даная, Джоконда, «Возвращение блудного сына». Всего 65 шедевров. Обязательно посмотрите на наши шедевры и сходите на оригиналы в музей. Я очень рада, что нам удалось с вами познакомиться. Вы немножко узнали о нашей студии. Обязательно смотрите наши мультфильмы, учитесь и приходите к нам работать. Шах и мат. Какой вы можете дать совет ребятам, которые делают мультфильмы или просто обычные фильмы снимают? Как сделать так, чтобы их фильмы были интересными? Ну, как я уже говорю, во-первых, неважно, мультик вы делаете или кино снимаете. Сейчас, слава богу, технологии позволяют и то, и другое, и третье. И относительно недорого. Что бы вы ни делали, мультик снимали, кино снимали, это неважно. Это всего лишь способы выражения. Но то, что, собственно, и творится в кино, в мультиках, рассказывайте интересную историю. То есть прежде всего придумайте историю, которая будет интересна не только вам, но и всем. И эту историю рассказывайте. Если у вас есть что-то необычное, покажите это необычное. Если вы живете в необычном месте, расскажите об этом необычном месте. То есть еще раз говорю, это все вот открытое окно, откройте окошко. Сами посмотрите на мир и покажите, что у вас творится. И сделайте это интересно. Тогда все будут смотреть. Как бы он ни был бы сделан, этот фильм, все будут смотреть ваш фильм. Кино это, мультик ли это, неважно. Все остальное – это технические такие моменты, которым можно научиться. Но в основе всего интересная история. Научитесь рассказывать историю. И вот, сидит он в колодце, голоса нет, кричать говорить не может, замерз совсем. А эти наверху думают, что он водяной. И давай в него яблоки кидать, чтобы задобрить. У нас есть свои собственные фигуры. Мы также создаем игрушки. Замечательные формы крош и ежик. А кто догадался сразу же, что не так с этими двумя друзьями? Ведь все же знают, да, что Крош и Ёжик – это лучшие друзья. Что произошло с ними? Вот я вам хочу сказать, что дети отгадывают всегда. Детки, которые приходят к нам на экскурсию, сразу кричат: «Вы перепутали, вы перепутали! Вот это Ёжик, а вот это Крош!» А мамы с папами всегда смотрят и не знают, кто из них Крош и кто Ёж. А на самом деле художник специально Ёжику сделал цвет кроша, а крошу сделал цвет ежика. Все очень просто. Родители ничего не понимают. Еще у нас есть такой прекрасный космический крош. А вот этого еще никто не раскрасил.
Но скоро придет художник и тоже сделает из него что-нибудь классное. А когда смешарикам было 15 лет, то все, кто работает в компании на одном прекрасном кроше, оставили свой автограф. Пойдемте покажу. Вот этот крош живет у нас тоже в офисе. И здесь есть подписи всех, кто работал, когда было 15 лет смешарикам. Так что можно сказать, что это самое большое собрание автографов, авторов и художников, которые работают на нашем замечательном проекте. Хочу напомнить, что у нас работает молодежная пресс-служба. Если ты умеешь снимать ролики, есть желание брать интервью, вступай в молодежную пресс-службу. Для этого иди по ссылке под видео на сайт простоекино.ру. Найди там кнопку и жми кнопку.